О социально-экономическом развитии Нижегородской области шла речь на встрече Владимира Путина с главой региона Валерием Шанцевым. Она состоялась сегодня в Новоогареве. Губернатор доложил президенту, что есть успехи в промышленности. Открываются новые высокотехнологичные производства, в частности химические, а также в сельском хозяйстве. Область полностью обеспечивает себя зерном, картофелем и овощами. Растут доходы граждан. Так, нижний закончил. Прошлый год. Так, начали новый. Впервые мы в 2015 году по валовому внутреннему продукту вышли за триллион. Промышленность прилично сработала в 2015 году, лучше, чем в 2014. У нас по промышленности рост в сопоставимых ценах, индекс физического объема 2,4%. По демографическим показателям мы пока стоим. Но на 2020 год ставим себе задачу, чтобы обеспечить уже рост. Медицина? Да, в медицине мы полностью сейчас завершили создание трехуровневой системы здравоохранения и в родовспоможении, и в сердечно-сосудистых, в травме, в нейрохирургии. То есть у нас есть первичная помощь, есть специализированные центры межрайонные, есть высокотехнологичные предприятия, уже 16. Тенденция в этом смысле хорошая, ее надо сохранить. Да, мы обязательно будем в этом плане работать.